На улице Рождественская реконструируют спортивно-оздоровительный комплекс. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. В пресс-службе Москомстроинвеста сообщили о том, что на улице Рождественская в центре Москвы реконструируют спортивно-оздоровительный комплекс. Реконструкция здания позволит увеличить площадь отапливаемых помещений за счет остекления террас второго этажа, пояснила председатель Москомстроинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова. Так, площадь увеличится с 5,5 до 6,9 тысяч квадратных метров. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!